Я сегодня вновь с вами канал «Я, ему и хвост», я его автор и ведущий Олег. И сегодняшняя наша передача будет продолжение разговора о том, как выстроить зону комфорта возле владельца. И сегодня мы с вами поговорим о именно пищевиках. То есть мы знаем, что есть несколько видов мотивации, да, давайте повторим их с вами. Это игровая обучающая мотивация, мотивация пищевая, жизнеобеспечивающая, то есть или зоовитальная. Есть мотивация социальная, ну еще там несколько видов мотивации, но вот основные три именно мотивации. И сегодня мы с вами поговорим о зоне комфорта именно для пищевиков. То есть те собаки, которые работают за какую-то подкормочку вкусную. Вот вы сейчас посмотрели ролик, да, где я вам показываю, что вот она зона комфорта, что вот она у меня сумочка, вот у меня в руках находится подкормочка, я научил собаку движением за руками, не волнуйтесь, сейчас этот же ролик я повторю по новой и объясню просто, что там происходит. Я напоминаю вам о том, что у нас идет сбор средств для того, чтобы мы могли приобрести площадку для нашего канала «Я, ему и хвост». И вот хочу отчитаться, что на сегодняшний момент у нас собрано 26 430 рублей. То есть как бы средства идут. Это очень хорошо. Я думаю, что в этом году у нас вполне вероятно, что все получится. Также хочу сказать, если у вас нет возможности перечислить какие-то средства в виде денег, вы можете не пропускать рекламу и тем самым поможете в развитии канала приобрести быстрее нашу площадку. Ну, вот смотрите, у вас пищевая мотивация у собаки, вы об этом знаете. Вы кормите собаку утром, кормите собаку вечером. Если у вас взрослая собака, если маленькая, то вы, соответственно, ее еще чаще даже кормите, то есть несколько раз в день. И если вы четко понимаете о том, что ваша собака мотивирована именно на еду какую-то, то вы можете вот это вот непосредственное кормление перенести на свое занятие. То есть, а как это можно сделать? Вначале вы видели, да, что я взвесил еду, рекомендую всем сразу же взвешивать именно для того, чтобы отслеживать развитие своей собаки, чтобы, то есть, не перекармливать ее, чтобы она была в меру упитанной, не худая, нормальная. То есть от этого вы можете отслеживать только посредством того, что вы будете знать, сколько вы своей собаке даете. Поэтому приобретите весы, взвешивайте все-таки корм. Вот я взвешивал в тарелочку, потом часть корма я пересыпал в сумочку, да? Для чего я это сделал? Для того, что я знаю вот этот вот объем, который в тарелке, плюс объем, который в сумке. Если я эту сумку, значит, как бы в течение дня не выкормлю собаке в процессе тренировок, то я потом из этой сумочки обратно высыплю в эту тарелку, и собака у меня получит ровно то количество еды, которое было запланировано изначально. Поэтому в качестве подкормки я использую основной рацион собаки. То есть я, не мудрствуя лукаво, просто кормлю собаку не в виде ритуала, как тарелка утром, тарелка вечером, да, а в виде того, что мы занимаемся, и собака получает у меня еду непосредственно с моих рук. То есть я кормлю собаку прямо во время тренировки, чего и вам, собственно говоря, рекомендую. Вот я научил свою собаку ходить слева, тоже у нас был урок, да, то есть слева, справа, с какой стороны. Там много споров на эту тему, но делайте так, как вам удобно. То есть я и свой канал-то, собственно говоря, в своем канале пропагандирую именно то, позиционирую, что вы не так, как я вам, положим, рассказываю, именно вот 100% именно так, по-другому нельзя, а подстраивайте именно под себя, именно стройте взаимоотношения. Не я же ваши взаимоотношения выстраиваю, а вы между собой и своей собакой. Делайте ровно так, как вам удобно. Просто учитывайте вот эти все моменты, о которых я вам рассказываю. Я вот именно, мне нравится собаку водить с левой стороны, мне это удобно. Вот, если вам справа, значит справа. Посмотрите внимательно на видео. Сумочка у меня висит с левой стороны. То есть собака идет возле меня с левой стороны, и она видит вот эту вот сумку, что вот это вот именно еда, которая ей нравится, находится с левой стороны, да. Подкормку я беру левой рукой, соответственно.
Что я научил делать собаку, когда у меня в руках находится корм, вы тоже увидели, да? То есть я научил собаку двигаться за своей рукой. А когда вы научите собаку двигаться за своей рукой, считайте, что вы можете научить ее делать все, что угодно. Это вы можете научить ее прыгать через ваши ноги, да, ходить восьмерочкой какой-то, да, ходить кругом, делать перевороты там или команду «умри», то есть сидеть, лежать там и так далее. То есть, когда собака знает о том, что корм у вас в руке, то зона комфорта находится именно там, где находится корм. А вот это вот упражнение с тарелкой, да, утром и вечером, это просто ритуал такой кормления. Но я считаю, что тоже, в принципе, собака должна зарабатывать эту еду. То есть это нужно прямой взгляд в глаза дождаться, чтобы собака знала о том, что нужно попросить. То есть этот взгляд в глаза, вот многие говорят, что там это агрессия, да. Но это же смотря в какой ситуации все это происходит. Если вы там столкнулись на улице, это агрессия. Если вы собаку держите тарелку в руках, то это просьба. То есть в зависимости от ситуации взгляд в глаза можно расценивать абсолютно по-разному. Если это знакомый, незнакомый человек опять. То есть вот такая вот ситуация. Давайте еще раз посмотрите, обратите внимание на то, как у меня собака движется за моей рукой, в которой находится подкормка. Сделайте соответствующий вывод и не забывайте о том, что не надо перекармливать собаку, да? То есть вы вот решили, я сейчас примерный просто вот так вот из головы граммы беру, чтобы никто не принял о том, что именно это количество. То есть, ну там, допустим, там 300 грамм в день вы кормите собаку сухим кормом, да? И вот здесь вот, чтобы не перекармливать ее, именно взвешили, именно взяли сумочку, положили, когда отзанимались собакой на вечернее кормление, сумочки обратно вытряхнули и занимаетесь. И тогда уже собаке будет, она, вот сначала это будет условный рефлекс, что возле вас находиться, это всегда вкусно, кайфово, потом этот условный рефлекс ответной реакции организма перерастет у вас в навык. И собака будет понимать, что когда она находится возле хозяина, она всегда получает что-то вкусное. Сейчас еще раз посмотрите, обратите на все внимание на те детали, о которых я вам сейчас рассказывал. И следующим роликом мы будем с вами разговаривать, как выстроить зону комфорта для собак, которых мотивация является обучающая, то есть игровая. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. И давайте еще раз посмотрим этот ролик, как я занимаюсь Риком. Спасибо.